А от інколи вирушати за 3-9 земель для того, щоб побачити щось неймовірне, нове і цікаве, не потрібно, а потрібно просто свіжим оком подивитися на своє рідне місце, місто. Як це зробили автори фільму «День в Ніко» і, до речі, один із творців цього фільму у нашій студії, оператор фільму «День в Ніко» Олексій Мовчанюк-Зуєв. Доброго ранку. Доброго утра. Отже, ви один із творців стрічки, яка не просто взяла участь у фестивалі «Громадський проєктор», а ще й взяла, мабуть, найцінніший приз – приз глядацьких симпатій. І третє місце в номінації «Документальне кіно». Що для вас участь у цьому проєкті? Ну, как бы мы, когда снимали фильм, мы старались не только как бы податься на этот проект, но и показать город другим людям. Как бы была цель показать, что Николаев довольно-таки туристический город, и сюда есть зачем ехать, здесь есть что посмотреть. А участие в фестивале – это именно как бы площадка, на которой это могут увидеть те первые 500 человек, благодаря которым это увидят следующие. То есть вот эти вот люди, я полагаю, что они будут своим друзьям показывать этот фильм, чтобы они из других городов приезжали к нам. Ну, уже мы в первый же день разошелся по социальной мережи фильм. Так уже сколько переглядов? Ну, на Ютубе сейчас около 2000, а в Одноклассниках уже больше 7000. Ну, сегодня ваша аудитория дещо збільшиться. Мы зробимо такий анонс, ми також подивимося це кіно в рамках нашої програми. І хотілося б більше про команду. Як ви зібралися, що ви думали, і як народилася ідея саме такого фільму? Ну, ми з Євгенієм Мамадовим працюємо вже не в перший раз. Це слід сказати, що це режисер. Так. Ну, як би ми не до кінця понимаем, что такое режиссер и зачем он нужен, мы как бы как-то работаем. Ему написал сценарий, да, вот режиссер такое довольно странное для нас слово. Але в титрах вказано режиссер. Ну, красивое слово, надо использовать. Вот, в прошлом году мы уже снимали на гражданский проектор работу, которая называлась «Письмо с малой родины», а познакомил нас как раз таки в прошлом году Олег Дорож, и из-за чего началось вот наше сотрудничество с Женей. Как бы у нас еще, кроме, собственно, вот меня, Жени, был Дима Башков, который нам помогал с музыкой. Кто-то нам еще помогал с коптерами, господи, забыл, кажется. Ну, працювала невеличка, але дружна команда. Да, ну, буквально было 4 человека. Чи не було таких людей, які, наприклад, перетягували ковдру на себе, говорили, що буде так, а не інакше, слухайте тільки мене? Чи це була колективна праця, яка ось створила чудовий результат дала? Ні, це, звісно, була колективна робота, ніхто нікуди нічого не тянув, просто приносився матеріал, ми смотрели, потім це все обсуждали, вносили правки, всі зовсім соглашались, і з-за цього от вийшла така от робота. Як вибирали туристично привабливі місця, про які, на вашу думку, слід було розповісти глядачеві? Ну, вибирались місця, які мали іменно історичну цінність, і, як би, підстраюваючись ще к темі фестивалю, якраз ми старались вибрати місця, які повинні змінитися. От у нас там був постамент Леніна, який повинен був помінятися. Там еще. Вот мы рассказываем вот как раз вот в этом эпизоде про улицу Шнеерсона, которая к тому моменту изменилась и менялась от древних греков к евреям и вот теперь имеет такой вид. У своїй розповіді зверталися і до історичних фактів. Скажіть, будь ласка, а якісь історики брали участь у підготовці, можливо, автори консультувалися із нашими краєзнавцями, чи це просто взяли інформацію з інтернету? Ні, ну, з інтернету мало чого набирались. Наскільки я знаю, що Женя дуже допомагав Юрій Любаров. Он внес, вот благодаря нему у нас есть много фотографий, которые невозможно просто найти в интернете, это из каких-то вот его личных архивов все. Колись лицарі хоробрі присвячували свои бои прекрасным дамам. Кому вы присвятили свою работу? Ну, когда начиналась работа над этим всем, Женя сразу же сказал, что этот фильм будет посвящен Юрию Крючкову,
потому что вот он сделал для Николаевского краеведения довольно много, и как бы мы, стараясь продолжать его работу и популяризировать все, как Николаев и вот рассказывает что-то о краеведении, вот как бы идем в стопы. Ну, я думаю, що глядачі гідно оцінять вашу роботу. У вас ще можна помітити деяких героїв у стрічці. Це і миколаївський поет Аркадій Суров, і інші люди. Чи складно було долучити до співпраці? І чим ви їх заманювали? Ну, от с Суровым, например, было довольно несложно. Как бы Женя Возмин сказал, то вот мы там снимаем кино, вот надо там в вашем присутствии буквально на две минутки надо там пройти, сказать одно слово. И он так да без проблем на следующий день приезжает, мы снимаем эту сцену как бы без затруднений. Более сложно было снимать сцену возле зоопарка, там, где девочка так красиво проходит, Света Соловей. Мы позвонили там в где-то у нас было 5 или 6 девушек назначено на одно время, и вот должны быть съемки. Пришла только одна Света, и только и то на полчаса позже. И вот с этим были наибольшие трудности в организации. С другими, девчат важко да, было организовать до съемок. Это не складывается. Хоча, здавалося б, навпаки, повинні були бігти і підтримувати кіномитців, правда? Наступного разу, от дівчата, от бачите, мало не зірвали зйомки. Наступного разу, до речі, буде наступний раз? Звісно. Обов'язково. Наступного разу приходьте на зйомки завчасно і підтримуйте талановитих наших миколаївських митців. Що буде наступного разу? Ну, от цей фільм був, як би, першою такою великою штуковиною. У нас планується далі кілька фільмів поменше. І також будете брати участь у різноманітних фестивалях. Ну, от не думаю, як би от гражданський проектор це от доволі ми вписуємося в його формат. А от в якийсь другий фестиваль я просто не дуже представляю. Ми думаємо, що просто це буде відео на Ютубі, що вже доволі, як би там воно свою аудиторію знайде. Повернемося до стрічки, з якої, власне, ми починали, День Ніко. Кого ви бачите її глядачем? На кого вона розрахована? Для кого ж? Ви ж когось уявляли, коли знімали? Ну, я, чесно говоря, не представляв, але от судя по тому, що на не зовсім молодіжних однокласниках посмотрела гораздо більше, ніж на молодіжному Ютубі, то як-то аудиторія більше постарше. Ну, я думаю, що все молодые, продвинутые люди, у которых есть друзья в средних городах, с удовольствием ее посмотрят и покажут друзьям. Як ви гадаєте, що нового і невідомого вдалося вам відкрити у своїй стрічці для пересічного миколаївця? О, ну так довольно много. Я просто не представляю, Женя переправил такое количество фактов, которые даже вот я не знал в течение работы вот этой вот, и вот узнал только после этого. А що ви особисто для себе залишили після зйомок цього фільму? Ну, как бы именно постфактум ощущение такое. Мне очень понравилось работать с Женей, я нахожусь с ним очень хорошо общий язык, довольно приятно все получается. И помимо того, что я узнал что-то новое о городе и получил какое-то вот приятное ощущение того, что я дал это другим людям, даже не знаю. Операторская работа – это сенс вашего жизни, ваша профессия или ваше хобби? Ну, скорее хобби. Как-то, ну, когда-то я там занимался фотографией, потом меня как-то перетянули в кино, и вот доросло сейчас до вот этого. До професії, до такого професійного вираження особистості. Ну що, давайте подивимося нарешті кіно, ваші настанови нашим глядачам. Як, з яким настроєм його треба дивитися? На бігучи, вмощуючись в кріселечко добре, з гарним настроєм чи навпаки насупившись? Що б ви побажали? Ну, я не знаю. Кіно таке доволі активне, як його желательно, наверное, смотреть якраз бігає по городу. Вот, кстати, сегодня-завтра должна появиться в сети интерактивная карта этого маршрута. Я вот рекомендую ознакомиться с ней, с фильмом и представить, как это должно самовыглядеть по городу, если у кого-то есть желание именно по нему пройтись, посмотреть, как это выглядит, потому что выглядит это просто замечательно. Вот это вот все вместе город очень хорошо представляется. Ну что ж, я пропоную нашим глядачам у цьому переконатися и подивитися, провести день в Ніко разом с его автором.
Допустим, мы на День Николаева. Что делать? А я расскажу вам, если вы пойдете туда, куда я вас поведу. Да, Бабель тут тоже был. Любой николаевец знает, Ника был основан... В 1789 году. Если его заранее предупредить. Ника заблудиться сложно. Улицы параллельные, прямые, перпендикулярные, за что спасибо выдающемуся архитектору Ивану Старому. Кого-то только не было. Кемерийцы, скифы, сарматы, готы, гуны, греки, римляне, булгары, хазары, половцы, Великое княжество Литовское, Речь Посполита. Но начнем мы с того времени, когда на фоне бухского казачества с отжимом территорию Крымского ханства между Одессой и Херсоном, как территориально, так и по времени, князь Григорий Потемкин, получив от Абрямса у Екатерины II, делает верфь на Ингуле. Ну и город вокруг. Зоопарк на месте старого кладбища. На входе написано, что он лучше в Украине. Я советую это проверить. Там вас ждет крокодил Вася, сурикаты, козочки, попугаи, соловей. И, Леш, сфокусируйся. Медвежонок Умка тоже у нас родился. Строительство города Потемкин поручает своей правой руке, статскому советнику Михаилу Фалееву. Под его дирижированием были построены главные здания. Адмиралтейский собор, кадетский корпус, солдатские казармы, магазины, канатно-оружейные заводы. А вот старое кладбище, некрополь. Тут Фалеев окончательно подселен в фамильный склеп Аркасов. Это выдающаяся семья николаевцев греческого происхождения. В четырех поколениях проделала путь от монархиста через губернатора, историка, филолога до актера и командира полка УНР. А рядышком покоится герой Александр Казарский, который на бриге «Меркурий» раздолбал два линейных корабля турков. Пройдемся до остановки и двинем в центр. Проезжаем Слободки. Тут жил кораблестроительный пролетариат. Где-то там первая больница, в которой лечился Максим Горький, потому что под Николаевым ему сломали 3 ребра за попытку защитить обвиненную в измене женщину. В измене не с Горьким, он тупо мимо шел. А едем мы на улицу Садовая. Короткий путь от Ингула до Бугского лимана. С севера на юг. Кафедральный собор Касперовской иконы Божьей Матери. При совке клуб судостроительного завода. А рядом сити-центр. То, что должно было стать новым ДК судостроительного завода. Но все 90-е было памятником перестройки. Сейчас кинотеатр, развлекухи, а на втором этаже бесплатный туалет. Насчет книг. Именно у нас Владимир Иванович Даль начал писать свой знаменитый толковый словарь. Но кроме этого, он написал еще пошлый стишок на губернатора и его жену. Чуть не был посажен, и ему пришлось уехать из города. Памятник Европе, не загнивающий, но убегающий отсюда. Наверное, потому что у нее стырили венок. Сарафлотские казармы, комплекс музеев. Рекомендую, тут же был обнаружен римский фортпост. Под казармами вход в двухъярусные подвалы и с них вход в катакомбы. И катакомбы у нас хотя не такие раскрученные, как одесские, но на самом деле, отчасти даже более древние, эллинские. Наше адмиралтейство, копия питерского. Кораблик, что наверху, весит 300 килограмм. И там послание в 2017 год, так что скоро почитаем. Заводская стена, она же старая дорога, она же улица Набережная. Сюда ходили работяги со Слободки на судостроительный завод. А в нишах стояли иконы, и работяги, проходя мимо них, крестились, так начиная свой рабочий день. Хотя далеко не все они были православными. В Николаеве было множество представителей разных национальностей и религий. Так евреев доходило чуть ли не до четверти города. Мы сейчас как раз на улице, на которой когда-то жило множество греков, а затем множество евреев. На ней миква, синагога, и сейчас она переназвана в честь родившегося у нас 7-го любавческого рэбе Менделя Шнырсона. Столовая в облсовете. Отличное место, чтобы дешево покушать. Хотя работа только в будни, ну и борщ так себе. Именно здесь был старо-николаевский зоопарк, основанный николаевским головой Николаем Павловичем Леонтовичем. А в 17-м году, когда Леонтовича отстранили от дел, отсюда сбегал крокодил. И сбегал он в речку Ингул. По улицам ходила большая крокодила. Да, это именно из Николаева. А в 37-м Леонтовича репрессировали. Вечный огонь. Памятник ольшанцам. 68 десантников 2 дня удерживали оборону в порту и порубили в капусту 700 немца-фашистов. И спалили 2 танка. Всего 10 ольшанцев осталось в живых к полному освобождению города. Помянем светлой мысли героев. А тут был Ленин, но он устал и упал. А когда вы сюда приедете, тут будет фонтан, а может быть памятник адмиралу Алексею Самуиловичу Грейгу. Он был командующим Черноморского флота шотландского происхождения. При нем построили до черта корабли и благоустраивали город. Открывали заводы и фабрики, озеленяли, и мы к нему вернемся. Русский драматический театр. Здесь же впервые в Николаеве показали кино, но без Цоя. А вот наш мэрия, почти Букингемский дворец. На втором этаже есть туалет, ну и столовая недорогая.
А вот он уже упомянутый Фалеев. Тут он идет к императрице подписывать план города. Но, как мы понимаем, ходил не он, а Потемкин, и немножечко в другом виде. Лестница, соединяющая БАМ нижний и верхний, в нашем случае БАМ, это бульвар адмирала Макарова. Кораблестроитель, вице-адмирал, полярный исследователь, а еще он был немножечко сумасшедшим ученым. Ну, с такой-то бородой. Мост Ингульский понтонный 2 года был затоплен. Если надо развести, его оттаскивает буксир. Тут же рядом затонувший, сука, груз Шукшин Василий, потому что работяги открутили в нем кингстоны, дабы сдать прием металла и купить шмурдяк вонючий. Парк Победы, техника, монумент афганцам, там стадион, который будет работать, когда вы сюда приедете. Пляж Стрелка, можно покупаться, а чуть дальше можно и по канатам полазить, на байдарках поплавать. Мы на полуострове Соляны, там было болгарское село Тырновка, одновременно была столица древней Болгарии, а тут чумаки перевозили соль, складировали и продавали. И продавать именно тут было выгодно, потому что уже там надо было заплатить пошлину за ввоз товара в город. Чуть дальше кемерийское поселение Дикий Сад. Мы утверждаем, что там жил Геродот. И не надо с нами спорить, где ему еще жить. Это лучшее место в Древнем Николаеве. А при Фалееве чуть дальше. На мысе находились пороховые погреба, вырытые пленными турками. Ингульский разводной мост, а дальше Варваровский с уникальным методом развода. Памятник Пушкину. Александр Сергеевич остался крайне недоволен городом. Да ну и понятно, Николаев был судостроительный, серый, строгий, тяжелый промышленный город. Александр Сергеевич ехал в Крым, в ссылку. Он же не знал, что в Крыму у него еще будет любимая гречанка, любимая цыганка. Да и вообще, путешествие в Крым будет еще то. Веселенькое. Музей судостроения и флота. Когда-то резиденция главы Черноморского флота. Сейчас внутри макеты кораблей, а снаружи бюсты великих флотоводцев. В частности, в виде головы с плечами губернатор Николаева, кругосветный путешественник и первооткрыватель Антарктиды Михаил Петрович Лазарев, он же первый дал название нашим улицам. Степан Осипович Макаров в порту работал адмиралом, большие строил корабли, давал врагам своим отпор и разработал ледокол. Назвал он ледокол Ермак, дабы последний знал чудак, что адмирал Степан Макаров жил в Николаеве недаром. Вот цветок на верхнем БАМе, что народ зовет капустой, и которому толпою ходят фоткаться невесты. Потрясающая лютеранская церковь редко когда бывает открыта. А при губернаторе Богдане фон Глазенапе лютеранская община доходила до 1800 человек. После Крымской войны и позорного для России подписанного Парижского мира ей было запрещено держать военный флот на Черном море. И Глазенапп перезапускает Николаев как торговый город. Продавали в основном зерно, чем и сейчас занимаемся. Главный ЗАГС, памятник невесте, вызывает недоумение, почему невеста у ЗАГСа одна. Но вы посмотрите на эту ногу. Это же 48-й размер. Николаев не зря называют городом невест. У нас была куча холостых судостроителей. Не привезли невест. Вдов, сирот поставили в две шеренги мужчин, женщин и поженили всех с попом. Вот такая суровость. Это Николаев. Главная улица города Соборная. Парк пенсионеров, Горбатый, и вот он, покровитель Николаева, святой Николай. Он же архиепископ Мирликийский. И он же, на самом деле, Санта-Клаус. Хотя сразу и не скажешь. Тут же можно купить сувенирчики, картины и, конечно, кружки с гербом Николаева, чтобы пить адмиральское пиво. И обратите внимание на львов с дома Аркасов. Если Николаевец на них не сидел в детстве, у него очень строгие родители. Костел святого Иосифа. В нем проходят богослужения на польском, украинском и русском языке. Обязательно зайдите вовнутрь. Там орган и порой с ним потрясающие концерты. Отдельная радость покататься на катере с Нижнего БАМа, только записываться надо заранее. И на электрическом трамвае по Соборной. Макдональдс, а туалет! Памятник корабелам и флотоводцам. В народе шарик, шариф курган. Часто место встречи николаевцев. Приезжим любят рассказывать, что кого-то отсюда стырили. То синизатора, то проктолога. Не ведитесь, пока все на месте. Раньше тут был базар, сейчас детский городок «Сказка». Это наш местечковый Диснейленд. Тут есть планетарий, машинки, корабль, замок и детские рок-концерты. А еще паровоз. Новый и красивый. Новые и красивые паровозы начали ездить в Николаеве при губернаторе Николае Андреевиче Аркасе. А еще при Аркасе народовольцы чуть было у нас не взорвали яхту с императором Александром II. Но, слава богу, обошлось. Для императора народовольцев повесили. А рядышком культовое место рок-хаты. Если вам люб рок-н-ролл и поэзия, то непременно загляните. Здесь пиво, настойки и культуры больше, чем в УДК.
Все это расстояние вам не обязательно проходить пешком или проезжать на автобусе, вы можете арендовать экологический транспорт, велосипед. Яхт-клуб. Николаевские яхтсмены много чего и много когда выигрывали. И за договорную сумму можно хоть в Турцию скататься. Сухой фонтан. Название, конечно, доставляет. Но район крайне приятный. Зеленый и тенистый. И если вы у нас посадите дерево, то почет вам и кислород. Обсерватория была построена благодаря адмиралу Грейгу и находится она на самом высоком холме. Тут занимались точным временем и учили офицеров ориентироваться по звездам. GPS тогда не ловил. А в 19 веке ежедневно в полдень над обсерваторией поднимали воздушный шар. И увидев его, в порту стреляли из пушки. Так весь город узнавал, что аккурат 12:00. Тут же рядом водонапорная вышка гиперболоид, Шуховская башня. И в мире меньше двух десятков осталось, но наша первая. Когда вы тут будете, она будет вся забавно раскрашена. Перекупите что-нибудь по дороге, потому что мы едем на разлив Южного Буга, а у реки всегда хочется чего-нибудь пожевать. Мы на Намыве, тут живет без малого четверть города, и почва тут действительно намыта с Бугского лимана. Отличное место, чтобы встретить закат, друзей, выпить пиво, подумать о жизни. Ну и не мусорите в нашем родном городе. Любите Николаев, больше некому. Корабелы, корабелы, снова я, пам-па-па-па. Иду, шо? Дякуємо авторам «День в кіно» за такий чудове продовження нашої програми. Ось у нас у студії був той самий Олексій, який повинен був зосередитись поблизу Миколаївського зоопарку, ваші настанови, ваше побажання нашим глядачам. Ну, я теж, ну, наверное, нужно сказать, чтобы, или не чтобы даже. В общем, любите свой город, смотрите наше кино, пейте отмельское пиво. Дякую вам, Олексію, і нових вам фільмів. Будемо дивитися далі і чекати з нетерпінням.